Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня на моем канале очень вкусные огурчики. У нас с вами продолжается огуречная пора. И сегодня мы с вами будем на зиму заготавливать очень вкусные огуречки с кетчупом чили, друзья мои. Вот такой вот рецепт. Огурцы очень вкусные, я вам рекомендую присмотреться к этому рецепту и вот так вот попробовать заделать. Сегодня мы будем делать 5-литровых баночек. Для этого, друзья, что я сделала? Ну, как обычно, конечно, собрала огуречки, помыла. Вот. И сейчас я их залила уже просто водой, кипяченой водой. На дно каждой банки я положила по 2 зонтика укропа, по 2 листочка небольших, разрезала лист хрена на несколько частей, и вот по 2 дольки, где-то сантиметров по 5, где-то вот так вот, значит, полосками, и вот по 2 дольки в каждую баночку положила. По 2 зубчика чеснока также положила, и 5-6 горошин черного перца горошком. Вот, ну, такой вот стандартный набор, и по 2 лавровых листа. Все описание, друзья мои, я оставлю под видео. Вот. На этот раз как бы мы обходимся без смородины, без каких-то листьев, а вместо них положим хрен. От хрена огуречки, мы знаем, очень хрустящие, вкусные, ядреные получается. И вот пока таким образом в банки ложим то, что я вам перечислила. Вот я залила кипяченой водой. Сейчас они у меня стоят 20 минут. Через 20 минут я эту воду солью и сделаю другой рассол. Значит, рассол у меня будет вот какой. На 9 стаканов, на 6 стаканов воды, желательно кипяченой, 1 стакан сахара, 2 столовых ложки соли, вот пакет такой чили, кетчупа острого, 1 стакан уксуса. И все это сейчас я поставлю кипятить. Пока у меня остывают огуречки, я поставлю кипятить этот рассол. И потом этим рассолом буду заливать. Вот. Рецепт очень быстрый, очень вкусный, друзья мои. Я всем рекомендую его. Вот. Как бы эти огуречки уже я пробовала. Они очень-очень вкусные. Вот. Итак, друзья, мы с вами сейчас кипятим рассол. И кипящим рассолом, друзья, заливаем наши огуречки. Вот видите, такой рассол. Красный, томатный. Пахнет очень вкусно. Так что будет очень-очень вкусно. Вот такие вот, друзья, у нас получились с вами красивые огуречки. Видите, в кетчупе. Даже очень вкусно будет вот этот вот рассол, будет изумительнейший. Как томатный сок такой вот маринованный. Вот. Так что, друзья мои, всего вам доброго. До будущих встреч. Новых нам всем рецептов. Всего самого вам доброго. И самое главное, берегите свое здоровье.